После завершения 44-дневной войны это уже третий призыв, когда из Армении не призываются военнослужащие на территории Азербайджана, находящиеся в зоне временной ответственности российских миротворцев. Как передают армянские СМИ, об этом написал на своей странице в Facebook экс-глава аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян. Как можно охарактеризовать людей, которые своими решениями, организованными и последовательными шагами разрушают армию обороны Карабаха? 31 января 2022 года завершился зимний призыв 2021-22. Это был третий призыв после разрушительной войны 2020 года. При каждом призыве осуществляется и демобилизация солдат, срок службы которых закончился. Фактически, уже в третий раз подряд из Карабаха военнослужащие лишь демобилизуются, и при этом не происходит пополнение новыми солдатами-срочниками. Очевидно, что только усилиями проживающего в НКР населения невозможно организовать защиту ее границ и безопасность. Армия обороны Карабаха фактически расформировывается, со всеми возможными трагическими последствиями, написал Казарян. По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян последовательно уничтожает армии Армении и Карабаха, ослабляя возможности сопротивления нашего государства, выдвигая враждебные тезисы с преступными намерениями сдать Карабах врагу и окончательно уничтожить Армению. Подпишитесь на наш канал Budranews и будьте в курсе всех событий.